Так, и где здесь все? Можно здесь транспортники вызвать? Строится. Обнаружен. Интересно. Тиберий. Оружейный склад. Это у меня есть. Или нет? Повышение. Нет, что ли? Оружейного склада. Строительство завершено. Понятно. Развернуть невозможно. Развернуть сейчас невозможно. Сейчас построим. О, доступны как красиво. Постройки. Я ее вместил. Строится. Авиаудар. Подготовка. Ну что, еще парочку. Для того, чтобы навели. Завершено. Так, транспортники дадут. Постройки. Десант. Вызов на поле боя стрелков-ветеранов и ракетометчиков. Гончий. Вызов на поле боя нескольких машин класса Бульдог и бронетранспортеров. На базу напали. Что? Эй, что это такое? Как это расценивать, как это понимать? Недостаточно средств. Убьют сейчас. Может, не совсем убьют, но потрепают тут души. Так, вы-то где? Бронетехника, вперед! Как бы нам туда забраться? Видимо, никак. Долбанный дефицит. Ненавижу, когда дефицит чего-либо. Мы здесь. Штурмовики встанем готовы. Пока здесь. Если этот авиаудар такой же мощный будет, то... Ну, как в той миссии, где мы уничтожили это в центре Вашингтона. Кучу солдат. Комбайн атакует. Тогда будет классно. Хорошо, полегче. Ты уберешься отсюда или как? На базу напали. Зараза, они из комы вышли. Командир. Пускай будет так. Исполняю. Едь сам. А, их сейчас убьют. Враг там! Иди-ка починись. А тут у нас особо ценный. Приостановлено. Отмена. Строится. Я уж лучше тогда закажу рефайнери. Раз уж уничтожили эти леталки. Тогда очистительный завод будет кстати. Блин. Два поля, ну ни на что денег не хватает. Вообще жесть. Вы назвали? Отряд. Ага, третий отряд штурмовиков. Я даже не заметил. Это хорошо. Не то, что я не заметил хорошо, а то, что у меня они есть. Смотрите, по капле носит, видите? Жесть, просто так теряет время, да и все. Все с вами понятно. Пацантре. Сейчас погрузим. Идите-ка вы лучше уж тогда сюда. Есть. Да-да, так точно. Чем таскать по два минеральчика. А то я полгода спасибо. Так буду набирать и не наберу все равно. К работе готов. Вот здесь по полной. Хоть и далеко переться, но тем не менее. Лучше. О, жирно, жирно. Отлично. Сверхжирно. Они, конечно, сейчас втроем-то это все быстренько разгребут. Боюсь, даже очень быстренько. Каждый... На базу напали. Что? Опять? Нет, вы точно заколебали. Вы поплатитесь за это. Штурмовики готовы. Еще штурмовики готовы. Сколько я там не заказывал-то? Уже все, последний был. Ну вот, у меня хотя бы приток стабильный стал. Строительство завершено.
Строительство завершено. А то кошмар какой-то. Атакуют. Давай-ка, деточка, вали отсюда. Здесь тебе не рады. Мы здесь. Расплюнуть. Команда в сборе. Штурмовики за мной. Проделаем-ка брешь в стене. Так точно, бомберы в пути. Пускай будет так. Вас слушаем. Отправляемся. Когда выступаем? Ну что там? Что, все? Верно. Это все, на что вы способны? Надо проверить. Поехали! Не глухие! Штурмовики за мной! Неглухи! Ах вы! Время, время! Говнюки! Не уничтожите всех-то! Всех-то все равно не уничтожите! Все под контролем! Бегом туда! Неглухи! Штурмовики да не трожь ты моих десантников! Точнее этих! Мало не покажется! Штурмовиков! Неглухи! Они такого не заслужили! Объект атакует! Укажите цель! Готовимся к высадке. Укажите цель. Входим в зону высадки. Пускай будет так уж лучше. Штурмовики готовы. Ох, что-то я переборщил слишком быстро. Точнее, слишком близко высадил их. Хотя этим самолетом вообще срать на все. Штурмовики готовы. Потеряно. Объект атакует. Надо было координировать действия, сразу всеми наступать. Вы назвали? Бегом туда. Что-то как-то напряжно. Конечно, понятно, что нам уже ничего не сделают, но тем не менее сейчас все это уничтожать. Надо вот именно от авиазавода избавиться. Надо проверить. Чтобы уж не доставали. Штурмовики готовы. Шевелись. Небо. Вот тут коробочки с деньгами, оказывается. Есть пьяна. Штурмовики за мной. О да. О да. Вот она. Получай еще. Мало не покажется. Не глухи. О да. Это твой. Штурмовики готовы! Ну что такое? А, вот самолеты, у меня же есть самолеты, точно. Штурмовики готовы! Повышение. Можно даже еще одну самолетную площадку построить для касаток. К взлету готов. Недостаточно средств. Кран я не построил до сих пор, но я кран. Подкрепление готово. Штурмовики готовы! Ну, десант можно вызвать. Например. Где все мои деньги? Строительство завершено. 4 харвестера добывают. Штурмовики 4. Готовы. Где все мои деньги? Так. Шатыре. Я сказал шатыре. Все готово. Ты будешь теперь здесь добывать. А вот и теперь. Штурмовики готовы. Для каждого по одному полю. Есть. Хорошо. К работе готов. И сюда будешь ездить. Все, вот это готов? Распределение. Это я понимаю. Вы назвали? Ой, проверить. Там штурмовики дохнут. Туда. Подкрепление готово. Бомберы еще перезаряжаются. Ну они вообще никакие. Там пол радиоэлектростанции только снесло и все.
как-то неэффективно. Шагом. Получается. Надо вот накопить. 4500 желательно накопить. Чтобы уж вообще без претензий. Но у нас даже этого нет. Подготовка. Где все мои бочечки? О, ты еще сюда ездишь. Страшно, связи. А, мне показалось, это второй харвестер. Я уже думал, опять за свое принялись. Не слушают меня, не хотят ничего делать. А где у меня другой тогда? Угу. Это с чужого поля ворует. Хорошо, полегче. Гад. Вперед. Команда в сборе. Укажите цель. Готовимся к высадке. Танк, это серьезно. Что достаточно средств. Так. Расплюнуть. Ну, вроде там нет уже самолета. Мы здесь. Шагом. Ах, вы гады. Надо проверить. Что за скрытый объект? Не видите что? Что там танки невидимки что ли? Пуск готов. Дальше, блин. Тихо. Ты что, собираешься убить моих? Верно. Гранатометчиков, зараза. Идем. Надо проверить. Прикроем эту лавочку. Выжили все-таки. Молодцы. Ну что, выполнили мы это задание? Выполнили, отлично. Тяжело было. Е-гей! Мы еще на один шаг ближе к победе. Над глобальной угрозой в лице НОТ. 46 минут целых. Все задания выполнил, да? Албания. Уничтожьте бронетехнику НОТ на складе в Албании. Должна признаться, вы превзошли мои ожидания. Посмотрим, как пойдет дальше. Ударим по больному месту. У НОТ остался последний склад в этом регионе. Там хранится транспорт и боеприпасы. Пора захватить его. Уничтожьте их ресурсы и лишите противника снабжения. Ну что, начнем тогда. Поступило сообщение. Следует тайно уничтожить оборонный периметр НОТ, чтобы обеспечить скрытный подход основных сил. НОТ. Это патруль периметра. Все чисто. Марш! Противник не обнаружен. Точки сбора. Это ПВО. Нет, это лазерная пушка. Есть. Вперед. Куда кидаем? Чего? Винтовки к бою. Объект атакует. Занимаем район. К точке сбора. Да что ж такое-то? Выдвигаемся. В наступление. Вперед. Что за... Это КСБ. А, заметили, узнали. Мы знаменитости, видимо. Так точно. Понятно. Тихо-тихо, хорош. Огонь! Так и знал, что сейчас выйдут. Так держать, парни! Точки сбора! Бей врага! Бросай! Нам туда! Да Блишкин ты. Блиншкин! Блиншкин ты кот! ФС Пилснер просроченный, блин. Выручику. Давай. Аккуратнее. Без потерь, значит без потерь. Замикрили. Все-таки они выжили. Марш. Отряд, сюда. Огоньку. Задание выполнено. Пехота здесь. Ни у кого нет повышения, самое что. Задание. Дурацкое. А вот, у всех повышение, классно. А почему не на два тогда уж? Прибыло подкрепление. Кого стрелять?
Поступило сообщение. Вам необходимо проникнуть на пункт снабжения нот по мосту через каньон.